кажется, у Чимаева есть все для того, чтобы не терять свою интуицию, спонтанность, кураж, уверенность и радость, самое главное. Мне очень нравится, что он выходит на бои с позитивом, с большим-большим. При всем его таком как бы трэш-токе он очень позитивный. От него не идет вот эта вот отрицательная энергия. Когда Чимаев говорит, я всех размажу, он делает это с улыбкой. Я не вижу, что он обиженный мальчишка, чем в детстве. Видно даже, какие у него глаза. Они у него очень опасные. Иногда он так посмотрит, что ты уже, глядя на него, проиграешь. А потом улыбнется, и все это как бы растворяется. Он очень обаятельный такой. Видно, что вот с таким настроением, с каким он выходит, его не победить. Если он будет сохранять это настроение, он будет непобедимый. Непредсказуем, будет валить всех в первом раунде вообще. Такое количество ударов, которые он наносит и не устает при этом, это же, мне кажется, феноменальный абсолютно какой-то момент.